Всем привет, ребятки, всем доброго времени суток. Сейчас едем к родителям Жени. Нужно съездить, кое-что отвезти. Также хочу штанишки свои подшить. Купила штаны новые. Мама мне сейчас подошьет. Они не длинные. Поэтому как-то так. Немножечко нужно их будет отрезать и подшить. Заправочки, ребята, заехали, заправляемся. Сейчас поедем. Ну, цена на бензин у нас вроде бы не изменилась, как и было. Кстати, Женя привез карпиков, рыбку. Две штучки такие классные. Завтра, скорее всего, буду готовить. Я вообще рыбу обожаю, поэтому буду готовить рыбку завтра. Вот я что-то все последнее время мясное. Либо овощное для меня я готовлю. Это что-то как-то... Но у меня лежит в морозилке минтай, наверное, и больше там другой рыбы нет. Так что вот такие дела. Привет. 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 Ой, какой красивый. Так. И твой потом чай, да? Ага. Вот, да, мне тоже надо такое попробовать. Ребятки, сейчас буду снимать карпиков, рецепт из карпов. Смотрите, какая рыбка почищена. И вот вторая. Ну, нежная такая кожица у нее, конечно. Я хотела вначале в духовке запечь, но теперь думаю, нет. Скорее всего, я пожарю рыбку. Ну, не целую, конечно, а вот порежу и пожарю. Знаете, просто мне что-то захотелось хрустящей прям такой корочки. И я думаю, нужно это и сделать. Все, джинсы вчера свекровь мне подшила немножечко, все отлично. Так что теперь можно с удовольствием носить. Так что спасибо свекрови огромное, я, конечно же, сказала ей спасибо. Вот, так что вот так. Ну и просто у меня как-то, знаете, черных вот таких, какие я прям хотела джинсы, я найти не могла. Есть, конечно, у меня черные джинсы, но что-то как-то они уже мне поднадоели. Они в основном у меня узкие. Сейчас уже такой как бы... Не стоит носить, но уже давно это ушло. Вот, поэтому я себе подыскала, выбрала другие. Хотелось бы, конечно, куда-то съездить в другой город, потому что у нас здесь не особо. Но я что-то, знаете, в связи с тем, что магазины все многие, наверное, позакрывали. Кстати, пишите, закрыли там магазины или нет у вас в крупных городах. И я вот не знаю, хотели съездить, может быть, сгонять в выходные в Воронеж или в Липецк. Там в торговых центрах походить, повыбирать что-нибудь к весне. Ну, пока не знаю, пока думаем. Ну, просто прокататься, знаете, туда-сюда, и приедешь, а там закрыто, не хочется. Поэтому вот в таких раздумьях. Ладно, ребятки, буду заниматься рыбкой, снимать рецепты. Кстати, на канале мастер своего дела, кто еще не понял, выйдут рецепты рыбки, так что смотрите, не пропускайте, подписывайтесь на сообщество ВКонтакте, ребята, нас там 700 человек, всем огромное спасибо, давайте уже до 1000 хотя бы добьем, чуть-чуть посильнее, поактивнее подписывайтесь, я вас жду, ну и всем спасибо, конечно, кто уже со мной, кто подписался, всем пока-пока, скоро увидимся.